Всем привет! Мобильный оператор Билайн решил временно изменить условия акции «Гиги за шаги», серьезно снизив требования для получения вознаграждения. Прочитал 30 марта в ведомостях следующее. Чтобы заработать дополнительные 100 МБ интернета в день или 3 ГБ в месяц, необходимо ограничить подвижность 1000 шагами в день, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Ограничение подвижности 1000 шагами в день. Получается, что нужно будет проходить максимум 1000 шагов в день, да? На самом деле нет. С 1 апреля 2020 года Билайн изменил минимальное количество шагов для получения 100 МБ интернета в сутки. Теперь вместо 10 тысяч шагов необходимо проходить всего 1000. Но это минимальная планка. То есть нужно делать 1000 шагов в день и более, а не менее 1000 шагов. Но учитывая то, что не все наши сограждане самоизолированы дома, а вынуждены ходить на работу, решение не ограничивать шаги 1000 можно все-таки назвать рациональным. Напомню, что акция «Гиги за шаги» позволяет получить 100 МБ мобильного интернета в сутки, а на тарифах с безлимитным интернетом и его платной раздачей – один бесплатный час этой самой раздачи. Так что же с шагами? Билайн все-таки мотивирует на прогулку по улице? В официальной новости комментарий по этому поводу следующий. Пройти 1000 шагов дома легко. Просто позвоните родителям, друзьям, коллегам и ходите во время разговора. А еще в конце каждого рабочего часа за компьютером можно делать перерывы на ходьбу. Пары минут будет достаточно. Изменения в акции Билайна «Гиги за шаги» действуют с 1 по 30 апреля 2020 года. Разумеется, учитывая возможное продление самоизоляции, изменения также могут быть продлены. А на этом у меня все.